В эти дни в зоне подтопления моста из Малого Чаусова в Глинке организовано дежурство полицейских. И, как оказалось, не зря. Артем Катаев и Илья Чернышов, сотрудники ППС первой роты, в эти дни в выходные заступили на пост. После полудня они заметили мужчину с велосипедом в руках, который хотел пересечь мост вплавь. Вода его толкает туда, походу все. Все. Все, где под водой остался. Мамочка, все. Мы с моим напарником, получается, Ильей Чернышовым, выходим из УАЗика и к нему бежим, получается, чтобы крикнуть-то и попросить его остановиться. Так, кричим: гражданин, вернитесь, пожалуйста, назад. То есть вы понимаете же, что там течение вас унесет. Тем не менее, гражданин, игнорируя наши требования, продолжает идти вместе с велосипедом. Решение плыть вслед за мужчиной, спасать его, Артем принял молниеносно, ринулся за ним. К счастью, гражданина удалось спасти. Но без напарника бы не справился, признается Артем. Течение могло сбить с ног, когда шли обратно. Эта история уже получила огласку не только в прессе, но и в социальных сетях. Я был приятно удивлен, когда увидел видео в Ютубе. Мне коллеги звонили, друзья, братья, сестры звонили, родственники. Говорят: ты не ты. Я говорю: где я-то? Ну вот там, я говорю, ну был я там. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На вопрос, зачем он пошел с велосипедом через воду, он ответил, что опаздывал на работу. Махабат Секенова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».